Казалось, все взрослое население штата заполнило спортивную арену Портленда. Все-таки есть что-то восхитительное в характере американской публики. Такая горячая, безоговорочная вера в успех и такая преданная поддержка своего спортсмена может удвоить силы кому угодно. А Джо Камачо — это не кто угодно. Это сильный, опытный боец, который к этому моменту пробирался долго. Он провел 37 боев, очень впечатляющий послужной список. В эти минуты в победе Джо Камачо никто не сомневается, даже специалисты. Причиной такой уверенности, мне кажется, является простая неосведомленность. Никто в Соединенных Штатах не видел прежде Арзубека Назарова. И для многих американских болельщиков этот чемпион неизвестно откуда. Действительно, очень сложно понять, откуда взялся Арзубек Назаров. Объявляют, что он из России. На самом деле, он из Киргизии, по национальности узбек, а сейчас живет и тренируется в Японии. Впереди него сейчас поднимается на ринг Александр Зимин, ленинградский тренер. А это наш первый чемпион мира был с флагом Киргизии Юрий Арбачака. Главный редактор журнала Boxing Illustrated Берт Шугар как-то сказал, что для боксерских фанатов Соединенных Штатов весь остальной мир — периферия. Вот, пожалуйста, леди и джентльмены со всего мира, добро пожаловать в Портленд. Прошу всех встать для исполнения национальных гимнов Соединенных Штатов и России. С географией в Соединенных Штатах у болельщиков всегда были проблемы. Киргизия. Никто его до сих пор не слышал в этом зале. А флаг республики держит Юра Арбачаков. Много лет он и Арзубек Назаров провели вместе в сборной Советского Союза. Им, наверное, тогда и в голову не приходило, что они будут жить в чужой стране и выступать под флагами совершенно разных государств. Арзубек Назаров, чемпион Советского Союза, ворвался в элиту мирового бокса еще в 1985 году, когда он юнцом выиграл у грозного чемпиона мира кубинца Орта.
В этом же году, впервые выступая среди взрослых в Ереване на первенстве Союза, он очень круто разобрался со своими противниками и стал чемпионом страны тогда. The officials for the WBA tonight from London, England, supervising Mr. Leonard Reed. Идет традиционное представление супервайзеров, судей. Судьи, как всегда, нейтральные, из других стран. From Copenhagen, Denmark, Ove Ovesen, judge. From San Juan, Puerto Rico, judge Nelson Vasquez. And from Valencia, Venezuela, judge Fernando Biso. Арзубек Назаров стал чемпионом мира, выиграв в жесточайшем бою у очень сильного и опасного боксера Дигнана Табелы в Йоганнесбурге. Но для американцев все, что происходит за пределами Соединенных Штатов, имеет мало значения, поэтому они не придали и значения появлению чемпиона мира, какого-то чемпиона, как писали в газетах, неизвестно откуда, поскольку самый сильный бокс в Соединенных Штатах, иностранные чемпионы существуют для того, чтобы отнимать у них титул. Никто еще не знает, насколько силен и опытен Назаров, и насколько тяжелый удар у этого левши. Ждать осталось недолго. Девятнадцать боев, ни одного поражения, 14 выигрышей нокаутом. Александр Зимин. Тренер из Санкт-Петербурга. Уезжал он в Японию из Ленинграда. У него сейчас два боксера и оба чемпиона мира. Смотрите, класс Арзубека Назарова сказывается с первых же секунд. Очень многие журналисты и комментаторы потом отмечали, как разумно он использует площадь ринга. 2-3 тяжеленных удара моментально убеждают Камачо, что держаться надо на почтительном расстоянии. Арзубек постоянно ставит его к канатам, лишает пространства, отсекает, не дает свободы маневра. Интересно, что манера боя Арзубека практически не изменилась с тех пор, когда он был любителем. Такая же сбалансированная, стойка, отличное равновесие, опущенные плечи, не делает лишних движений. Боксер очень рациональный. Слышны команды Зимина из угла. Не бей сильно, не нужно сильно. Зимин знает, что когда Арзубек заряжается на сильный удар, он теряет скорость, бывает скованным. Ему нужна сейчас свобода. Арзубек опытный боец. И вот этот удар левой в туловище очень опасен. Арзубек это тяжеленный удар с обеих рук. Он может ударить справа через руку, передней рукой.
не говоря уже о том, что его левый крюк в голову или удар снизу в туловище просто ломает противника. Первый раунд. Это матч о рассечении. Легкое. Вот этот внушительный штаб в его углу включает в себя и так называемого катмен. Кат от слова разрез, сечка. Эти люди заклеивают моментально в течение нескольких секунд. Большие специалисты в этом деле. Да, никто не ожидал такого начала. Так же, не горячись, там атака, все. Наращивай удар, ты его там прихватил, ему больно стало. Раз, два, три и шлепнуть. Не ждать ничего, сам не жди его. Выдергивай, бей. У канатов пробивай лин. Раз, два, три. Арзулек большой умница, не только в ринге. Он вообще очень приятный парень, но в боевых действиях его отличает прежде всего высочайшая дисциплина, умение выполнить тактический план. Отчаянные броски Камача успеха ему не приносят. Эрзбек готов к таким попыткам. Камача еще не знает, что подобная беспечность может ему дорого обойтись. Единственное, что он уже понял, судя по его поведению, что какие тяжеленные кулаки у чемпиона. Нет, не выпускает Арзубекова от каната. Не даст он ему свободы. Он все время давит, прессингует, нависает над противником. А это изматывает еще больше, чем даже просто пропущенные удары. Но и пропускать, как видите, у Арзубека весьма опасно. Иначе ничего не остается, как захватывать и держать. Нокдауна не было. Но серия-то здорово встряхнула Камачу. Короткий, мощный левый боковой. Ставит точку в этом бою. Thank you.
Никто не ожидал такого исхода боя. И можно только посочувствовать болельщикам Камачи. Они ждали большего. Но они просто не знали, кто такой Арзубек Назаров. Атака Арзубека была настолько стремительной и неожиданной для Камачи. Он так и не заметил этого левого удара. Арзубек как бы спрятал его в длинной серии. Здесь Камачи был спасен буквально рефери. Рефери правильно сделал, что прервал атаку Арзубека. Эти повторы наверняка будут демонстрироваться в профессиональных клубах. А про последний удар сказать совершенно нечего. Он был настолько внезапен. Камачи расстроен, ясное дело. Это была 20-я победа Арзубека Назарова на профессиональном ринге. После нее были еще две попытки отобрать у него титул. И обе кончились полным разгромом противника. Арзубек Назаров, новая яркая звезда на боксерском небосклоне. Всего доброго.